Секс-скандал Даны Борисовой – самая аппетитная тема минувших выходных. По фотографиям, предъявленным порталом Super.ru, пользователи сети успели насладиться обнаженной грудью знаменитости, а вот некоторые жители Владикавказа едва не насладились самой знаменитостью. На скриншотах, которые, по словам Даны Борисовой, были сфабрикованы врагами, телеведущая обсуждает интимные услуги за деньги. Позже в своем Instagram Дана заявила, что фото действительно ее, она любит свою грудь, но все остальное фейк чистой воды.